хотят. И смотрите, какой эпичный вход в дом. Короче, все сломалось, будут застряли навсегда. Ладно, подождите. Так, крутая дверь вообще. Она всегда открытая. Камин, который не каминится. Всем здравствуйте, да. Сегодня будет битва строителей, в которой мы будем строить дом. Всего у нас будет 6 человек и 3 команды по 2 человека. В моей команде будет я и Сондер, в другой команде будет босс и Арти, и в еще одной команде кот и пират. Ой, блин, вас вообще не угомонить. Давайте расходимся по командам, я запускаю традиционный салют, и мы начинаем, как обычно. Так, ладно, запускаю традиционный салют, и думаю, мы будем начинать. Сондер, не спи, мне строить надо. Эй, ты куда ушел? Так, ладно, начинаем смотреть дома. У нас за полчаса... У нас за полчаса вот такая штуковина появилась. Мы сами не знаем, что это за фигня, но она тут есть, самое главное. Дальше у нас тут есть два окна. Вот такая вход. И первый этаж. Также есть заготовки двери, двойных дверей, окон и двойных. Это все, что у нас за полчаса. Дальше у нас зеленая команда. Я совсем забыл сохранить дом. Поэтому не честь. Так, тут они строят деревянный дом, блин, вообще средневековый. Блин, у них мой как жестко круто получается. У нас круче. Реально, у них мой супер жесткий дом. Кстати, у них Кирпички. Да, это классно, это красиво. У них самый крутой дом у них сейчас. Шоколадный дом. Арти, что хочешь сказать про этот дом? Так, ладно, у вас, скажись, пряничный домик. Блин, реально, у всех самые крутые домики, да? У нас самый дурацкий. О, у нас самый прям вообще. Прям вообще такой большой. И странный. Так, у нас у белой команды дом покрасился в белый цвет, добавились колонны, которые совсем тут не смотрятся. И, как видно, двери, ну, они тут, я думаю, уже были. Короче, наш дом приобрел новые краски. Также у нас появились окна и туалет. У него есть дверь, это круто. Также я обдумывал гениальный план, и поэтому из унитаза можно будет сбежать, если вдруг на дом нападут. Вот также я тут делал вот такую вот штуку, это душ, но без воды. Потому что у меня тупо робокс вылетел, вода удалилась. Короче, водопровод сломался, воды не будет. Все, живите как хотите. Также тут есть обои. И все. И мы больше ничего не сделали. Я сейчас всем разблокирую звук, а то, блин, вообще, как будто я один. Пират, привет. Привет, привет. Привет. Что у вас за домик? Древнерусский домик. А вы это, слышали, как я говорил про гениальный побег из туалета? Надеюсь, нет. Да, да. Ах вы, попробуйте только это повторить. И у то, вас... что у тебя интернет. Там есть туалет, и там в него можно войти. Но за ним никто не пойдет, потому что там воняет. Еще у тебя вылет. Мы это все знаем, выяснили потом. Так, ладно, вы делаете этот, получается, древнерусский дом, и за час вы уже сделали где-то половину, ну так и должно быть. У нас так последняя команда, где босс и Арти делают свой... А, они там пряничный домик делают. Пряничный домик, какой же он некрасивый вообще, мне не нравится. Все, мне не нравится, все, я ухожу. Почему потолок голубой? Блин, мэл, смотри, какой он крутой. Нам тоже нужны хрустальные окна. Бежим, а то вот этот демон нас сейчас съест. И сейчас я начинаю смотреть, что у нас получилось. Так, у нас с Сондером, как сказать, добавился второй этаж. На нем пока что ничего нету, и можно зайти в сам дом. Блин, может, делаешь двери нормальные. Во-первых, ой, что себя прищемил. У нас есть лестница на второй этаж. Также у нас везде тут есть много растительности. Столик, на нем можно покушать тортик. Небольшой диван, на нем можно поспать. Также есть небольшое такое, как сказать, что это такое, я даже не знаю, тут понастроил. Тут можно посидеть, покушать, но оно еще, наверное, не доделано. Ладно, я пойду следующую команду сейчас сохраню. Следующая у нас зеленая. Кот и капитан, сейчас я вам включу микрофон. Привет. Hello. Привет.
снова. Как у вас там древний русский дом? Нормально. Не совсем. Тут шифер есть. Много кирпичей, много бревен и крыша. И шифер. Какой шифер? Шифер, посмотри. Где? Yeah. Ну, крышу посмотри, сколько шифер. Это. Шифер? Шифер, это крыша. Я не вижу тут никакого шифра. Шифер, это крыша. Не, ну круто. Я реально ты не посмотри, как змея какая-то. Вот то, что на крыше, вот это вот серое, вот эти полоски, это шифер. А, я думаю, у вас шифр, я так послышал. Ну, ладно. Нам потом надо сделать. Ладно, я снова... Иди сюда, пожалуйста. Ой, блин, сейчас будет это... Так, тут у нас пряничный домик зимний. Как он тут продвигается? Тут даже этот... Пряничная елка. Пряничный домик. Пряничный челик. И... Внутри ничего пряничного пока нету. Ну, реально круто. И что там делать, типа, как будто что-то намазано на крыше. Ну, наверное, вкусный домик будет. Ладно, думаю, мы будем продолжать строить. И у нас остается последние полчаса. Так, время подошло к концу. И время смотреть, что у каждого получилось. Давайте начнем с зеленой команды, которая так... Нет, давайте желтый. Мы вообще-то по порядку идем. Первая, смотрите, в списке команд, первая это зеленая. Ух, в чем проблема начать желтый? Ладно, давайте. Так, хотя бы один представитель желтой команды способен включить микрофон? Точно. Так, представитель желтой команды, покажите, что это у вас такое. Ну да, пряничный домик, разве не видно? Увидим. Так, сначала, короче, смотрим на домик. Там твои любимые печеньки живут, да? Которых ты любишь есть. Да, обожаю. Во-первых, везде в окружении очень много елок. Также есть вот такой леденец огромный. И он тут не один, не два. Их два леденца. Крыша крутая, посмотрите. Да, крыша вся в конфетах. С другой стороны тоже. И здесь снег. И сам домик состоит только из еды, наверное. Платформа такая крутая. Это все пряник. Да. Вот тут такая вот платформа, тоже из пряников. Короче, пряничный домик. Так, подождите, тут везде вокруг, получается, такие еще круги находятся. Ну, типа, и вот такие красивые хрустальные окна. Да. Ладно, заходим внутрь, и тут у нас... Это пряничная елка. Так, а это у нас елка, которая вся обмазана пряником, вроде бы, или просто пряниковая. Пряниковая елка. Да, ну и тут рядом с ней 4 подарка, а не 3. Кому-то не достанется. А нас только двое вообще. Третьи печеньки, которые мы уже съели. Что? Внутри тут все в креме и также стульчик. Камин, который не каминится, то есть не горит. И есть камин. Столик, чтобы покушать. Ну, домик такой получается. А, это еще не все, иди сюда. Куда? Конечно, блин, какую-то опять гениальную ловушку сделал. Где? Пошли в лес, я тебя съем. Пошли. Пошли в лес. Вот, идем мы через елки, через кучу елок. И? Идем. И находим какую-то штуку, нажимай. Так, нажимаю. Один раз только нажать. Что? Запускается салют, и вот такой, типа, салют. Типа, мы включаемся в камеру, и там идет салют. Прикольно. Вот такой был праздничный пряниковый домик. Мне больше всего понравились хрустальные окна. Окна делал вот этот человек. Босс. Ладно, наверное, будем смотреть следующий домик. Это дача. Типа того. Ладно, начинаем тогда смотреть. Во-первых, тут есть красивая крыша, обратите на нее внимание. Вы знаете, вы постоянно в себе дополнительное время берете, это очень как-то нечестно. Ну, зато качественно, ух, пойми это. Ну так и нечестно. Также сам дом состоит из бревен. Они тоже, ну, под 45 градусов. Ну, по 30. Какой 45? Ладно, 30, ладно. Также тут везде стоят вот такие кирпичики. Ай. Типа у домика кирпичики. Это вот. Заваленка. О. Есть окна, совсем обычные. Ну, а какие ты хочешь? За дворцов? Нет, ладно. Заходим в дом. Тут нет двери. Круто. Какие две двери? Да подождите вы. Ждем дверь. Давай дверь. Я что, в дом без двери? Я уже танк смотрел, ты чё?
Ну еще раз смотри. Ну есть. Все, дверь. Так, крутая дверь вообще. Она всегда открытая. Ай, что меня взорвали? Дайте мне хотя бы зайти в дом. Давайте я пока внутри посмотрю, что есть, пока у вас там дверь не работает. Тут есть такой столик, чтобы смотреть в окно на эти хлебные танки. Это сеть. Это веранда, это отдельно, это не дом. Ну, я понял, тут веранда, типа, ну да. Реально веранда. Ладно, закроем. Вот сам дом. Тут есть такой деревянный пол. И можно пройти в первое помещение, в котором есть занавески. Реально прикольно. Есть кнопка. А, она свет включает. Вот такие тут есть занавески. Древний русский дом. В нем есть лампочки. Да. Это не древний русский дом, это дом из СССР, я тебе ищу. Ну ты мне сначала говорил, когда по полчаса приходил я. Нет, ну да, мы сначала так думали, но потом до шифера дошло. Ладно. Тут есть типа печка, на которой можно спать. Нет, нельзя. Какой? Чё? Что это? Чё за дичь? Ладно, это печка, но спать на ней нельзя. Тут есть еще одно помещение, где есть кроватка. Да. На ней можно поспать, такая маленькая. Ладно, нормально. Вот такой был домик. Детализация берет. Просто еще. Внешний вид именно, внешний, а не в этом внутри. И остается последний дом. Сондра и Ухо. Пошлите к нам. Так, заходим к нам. У нас тут будет не древний русский дом, а этот, современный. У нас вокруг дома находятся вот такие бревна везде. И такие деревья. Из ламбартайка. Так надо. Для чего? Чтобы в дом можно было. Дерево срубил, дерево есть, все, зажарил печки, и все, и все круто. Также тут есть дорога. И смотрите, какой эпичный вход в дом. Не заходите. Какой эпичный вход? Это вход тут. Ну только красивее, чем твоя веранда. Вот это. А смотри, вот тут. Вот тут у нас находится такая стеклянная комната, где можно так посидеть. Видите? Ладно, посмотрите на крышу, и мы заходим в дом. Пошлите. Будешь один строить. Пошлите. Мы в Блоксбурге собирались. А что за двери? У вас хотя бы она не летает, как у вас. Пошлите в туалет. Она не летает, она устанавливается. Ладно, в туалет не заходите, потому что там этот... Вы взорветесь. Туалет нельзя. Я в туалет хочу. Тут плитка. И также вот такая ванная. В унитаз не прыгайте, пожалуйста. Там взрывоопасно. Дайте мне тоже. Спасайте меня, меня спасите. Что за съем туалет? Так, Артур, давай, сади, делай дело. Залазь обратно. Внутрь. А, там блок кто-то пошел. Ладно, пождите. Ну, Артур, сади, делай дела, мы выйдем. Не нажимайте на кнопку. Это что такое? По-моему, ты что-то не досрывал. Нет, реально, свободный туалет. Зато я отлетел. И как вот эта вот жижа не растекается? Почему там она... Нет, заново пошли, там сломалось просто, все, я починил. Пошлите заново в туалет. В унитаз прыгать. Ой, блин. Он сломался просто. Давайте заново прыгнем и на кнопку не нажимать. Ой, блин, застрял. Я не умру в туалете. Все, давай. Давай, проталкиваем его, проталкиваем. Так, ладно, нате, кушайте конфетки маленькие. Так будет удобнее. Давай, мелкий монстр. Тут у нас находится кнопка, да, где вы на нее нажимаете? Нет. Так, нажимайте один раз. Все, ждите. Сейчас начнется апокалипсис. И апокалипсис. Нет. А, я забыл расфиксировать. Он скоро вниз поехала. Это фигня вот эта вот липкая, она. Это что такое? Это что за ужас? Короче, все сломалось. Мы тут застряли навсегда. Мы должны были утонуть. Почему мы не утонули? Ну и пофиг. Потому что она сломалась, эта фигня. Да я уже понял, что она сломалась. Короче, все, туалет не смотрим. Туалет просто там падаешь и все. И все, больше ничего интересного. Уточка моет под души. Дальше что? Так, дальше заходим в сам дом. Посматривай, кто хочет. Так, заходим в сам дом сейчас. Да. А мы и так там были. А мы не были в доме, ты чё? Идемте налево. Вот тут у нас гостиная. Везде растут красивейшие растения. Да кто, блин, тут все взрывает? Арти, уйди. Не круто вообще так. Да просто трава.
Смотрите, какая тут красивый, какой тут красивый вид на эти динамиты, которые так красиво взрываются, смотрите. Зато какая тут сфера. И можно это посидеть на диване и покушать этот тортик. Ай! Это бронестекло, я понял. Ну да, оно непробиваемое. Везде тут окна и вот такое, как сказать. Тут можно рыбу заказать или конфеты. Но тут зэги половину съели, поэтому мало чего осталось. Видите, он даже полку сломал. Рыба? Вы ее смайликами делали. Да, а кто запрещал? Пошлите на второй этаж, а ты не запрещал. Тут у нас есть аквариум с рыбками, смотрите, какой красивый. Также есть помещение, где у нас везде... Ой, а что, коробки летают? Ай, меня из дома выбросили! Кто держит? Где, покажите, я еще посмотрю. Что там с коробкой? Я, честно, ни разу не раз... А! Чего мысли их держит? Да, он коробка... Он маг, он коробка... блин! Взяли. Смотрите, какая тут красивая атмосфера. Так, кто все взрывает? Нажмите на кнопку на спавне, а то вообще некрасиво. Давай, включай. Один раз. Это что за дискотека? Что вы наделали? Еще раз нажмите. Помогите, кто тут все взрывает? Ладно, давайте посмотрим на эти красивые кровати. Также тут есть полки. И везде звездочки на стенах, чтобы этот грустно не было. Да нажмите уже на кнопку. Один раз. Арти, хватит все взрывать, достал уже. Это кто что сделал? Растения разрослись. Кто сделал? Они все ломают дорожно. Твои растения, ой, им блок. Ой, что в доме? Че ему так. А! Картина красивая. А что с домом? Блин. Что происходит? Что нас взрывает? Кровать загнали. Ай! Хозяина дома выбросили из дома, вы чё? Убить. Надо было под кровать залазить, прям как я. Летит как пуля, меня чуть не сбил. Почему тут нет перил на балконе, а? Потому что надо падать, чтобы дети учились. Капитан, осторожно. Вот так выпал, всё, и всё, я умер. Ну, чё ты умер? А надо быть сильным, а чё вот так упал со второго этажа? Это не больно вообще-то должно быть. Иди к кроватям, иди к кроватям. Иду. Ага, не больно, когда тебя тротилом выкинули. С силой такой, что... Сундер под кроватью спрятался. Злой гений, я себя запхал. Ревизора не одобряет такой дом. Грязный везде. Да чё так грязный, это всё вот этот Арти плохой. Зато в унитаз можно провалиться. Всё, Арти, твоим домом нажмалов. Вот всё, иди сюда, вот минус. Эта сфера из стекла, она вся острая, она вся колется. Да, слышь, нормальная стена, она вообще из пластика, ты знаешь, это пластик такой специальный. Который больно. Ага, пластик, это стекло. Слышь, да никто со второго этажа упал, да не больно это вообще-то. Подумаешь, все конечности сломаешь, что тут такого. Зато тут есть кошмар всех детей, можно в унитаз вон свалиться и все. И капец тебе. Сидишь такой в туалете и такой раз просто еще и умер. Эпично. Эпично. Вот тут бревна даже не связаны, вот вдруг они... Да нормальные, они не могут покатиться. Уверена, они квадратные. Ну они квадратные, поэтому-то. Вообще нам не... Вообще вот тут у нас декора вообще-то много. Какого? Где? Да на диване можно посидеть. Нет. Да можно. Чисто теоретически. Да стульчик поставил и все. Но зато вот тут можно посидеть. Вот тут зато можно посидеть. Но это стулья чила. Ай! А вот зато вот тут можно в унитаз провалиться. Давай, иди, ты непослушный. Че за казнь? Мы что, евреи какие-то? Пошлите наверх. Ну, наверху мы уже все посмотрели, получается, это был весь дом. Да, небезопасный, но подумаешь со второго этажа. Да и к тому же, кому прыгать надо? Почему вода, она стеклом не закрыта, вот рыбки... Да нормально там закрыто все. Смотри, просто если стеклом закрыть, то их видно не будет, видишь? Как экстрей. Да какой толк от рыб? И все, и нету тебя. Да как они тебя сожрут, они маленькие. Ага, они такие же, как ты, если ты мелкий. Ну, а вода-то не льется, она нормальная. Ладно, это был весь наш дом. И думаю, пусть напишут в комментариях, подписчики лучше, чей дом лучше. Ну, а на этом это видео строителей, наверное, будет заканчиваться. Всем спасибо за участие и за просмотр. Все, всем пока. А я.
Круто. Всё, всем пока.